Я еще не знаю, зашли ли вам в ролики из такого формата, из цикла моей коллекции, но у меня тут коробка отдельная, собранная японских PS2 игр, и как бы, так как они вот так вот по корешкам, мне их не прочитать, давайте заодно и сниму у меня всю эту коллекцию по японскому PS2. Но прежде всего, я вот лошара вообще, короче, совсем запамятовал. И тут у меня вот такая вот коллекционочка в подарок. Блин, братуха, я с тобой потерялся, короче. Где-то я телефон когда терял, все там у меня обнулилось, понял. И, короче, связи с тобой нету. Напиши мне в обратке в Инстаграм, где ты, как ты, что ты. Я не отблагодарил тебя, там, твои видосы, твои эти игры. В основном там на PS3 японки, которые были, там та же Якута, да, туда сюда. Это все от братухи я. И тут тоже будут игры от него. В общем, давайте, ладно, это у нас пойдет на полочку к PS3, короче, туда, к японским. Давайте посмотрим, значит, что у меня по японочкам на PS2. Я не буду, я это самое, в один дубль все это сниму, и, короче, без монтажа, без всего, все это буду выкладывать, вот, по-быстрому, вот так, на десятая финалочка, ну, как бы, все тут нормально, я не буду их открывать, просто посмотрим, вторая финалочка, десятая, все, Black Label, Shadow Hearts from the New World, так, у нас тут Shadow Hearts 2 Director's Cut, в издании PlayStation The Best, PlayStation 2 The Best. Их у меня всего 3 диска таких. И вот они вот у меня еще такие вот якудзы получаются, красивые. Ну, как бы переиздание, да, но по факту они вот так вот по красоте дублем смотрятся. Так, дальше. Вот какие-то вот эти вот штуки. Это не Гандамы, а это, знаете, видите, РПГшечка какая-то, это не Гандамы, а как они называются. Вот еще одна часть из этой же серии. Ну, это такая, что-то другое. Так, дальше у нас Tekken 4. Tekken Tag Tournament 1. Вот мне в пале нужен такой, блин. Вот у меня, как бы, японец он покруче, как бы, по герцовке, по картинке, но все равно пал нужен для сета. Так, Biohazard Outbreak File 2. Японок у меня, как видите, не очень много. Как бы у меня в пале там 550 плюс, а ну японок вот в коробке, можно сказать. Это не все, но что-то вот в Сургуте, там Басара, первая, вторая мы оставили в Сургуте. Там что-то в Ереване есть, что-то в Москве есть у пацанов. The Bouncer, ё-моё, в Силде. Силде The Bouncer, это моя первая, одна из первых игр, которые я покупал с PS2. В лицензионном формате, тогда еще в 2001 году PS2 не чиповали. И вот это, Devil May Cry, Silent Hill 2, вот эти три игры были моими первыми играми для PS2 в 2001 году, не чипованной PS2. Так, это вот такой-то Berwick Saga, RPG-шечка тоже, видимо, эксклюзивчик. Так, Драгун, это самое, не Дракенгард, а это Дракенгард, да, это первый Дракенгард, вот, японский второй Драгун бы тоже не отказался бы для красивого сета. Так, Ears Defense Force, вот, выходила в оригинальных, изначально выходила в серии Simple 2000, это такие простенькие игры, чтобы вы понимали, это вот, Жуки, нападение, тут на PS3 у нас есть. PS3 у меня вон там, но сегодня не про нее. Так, Front Mission 5, Ultimate Hits Edition, такое вот переиздание. Вот, тоже надо в Европе, тоже нету пятерочки. А не в Европе, или в Европе выходило 5, я не помню. Вот, по-моему, 4 не выходило в Европе. Так, Guilty Gear XX, культовые файтинги Guilty Gear. Так, клона, вообще огнище, вторая клона, первая клона на PS1 я очень любил, вторую я не играл, но очень рад, что она у меня есть, когда-нибудь руки дойдут, наверное, посмотреть. Так, Люпен у нас, вот, от Макс Ретизера тоже в пачке была, Персона 3, это от братухи Владимира, Вов,
Брат мой, привет. Я забежал в Волгоград, брат, на одни сутки. Сегодня опять убегаю. Все про тебя помню, ничего не забыл, братан. Должок помню. Так, Phantom Brave. Phantom Brave. Project Minerva. Тоже от Максера тизера. Seven Samurai от братухи Айрата, по-моему. Подгончик тоже, и красавчик, брат. Вот эту я очень-очень. У меня она... В пале есть, но она, по-моему, без мануала. А тут вот все, full комплект, как говорится. Все по красоте. Ой, звук на телефоне не отключил, сейчас начнется. Так, Сенгоку Мусюи. Вот, и смотрите еще, что вот такое Сенгоку Мусюи. Вот он есть. Это какая-то странная фигня. Это, походу, вот смотрите, у него даже номера, видите, 16-17. Вот, они, походу, может, и у них рукав должен был быть, потому что, ну, как я понимаю, ну, это мои догадки, это как бы не это самое. Это сама игра, это вот, ну, не знаю, что-то 25 эдишн какой-то, я не знаю, что здесь. Ну, по сути, ну, наверное, тоже игра, и, короче, номера вот у них, они прям по очереди, видите, вот, по красоте вообще. 16-17. Вот такие две штуки Сенгоку Мусюи. Ладно, идем дальше. Так, это по Евангелиону. Это вот тоже от братухи вместе с коллекционочкой пришло. Евангелион, ребятушки, вы знали, что на PS2 есть Евангелион? У меня на Сатурне 3 Евангелиона есть. На Dreamcast были Евангелионы. А вот, как видите, и на PS2 тоже. Так, кулак Северной Звезды. Кулак Северной Звезды. Без мануала тоже от братухи, вон тоже вместе с этими, с Евангелионом приехала. Старошин тоже от Вовы. Братуха, еще раз привет, помню про тебя, еще раз говорю. Это самое, ну в следующий раз все сделаю, успею. Так, Старошин, директор СКАД. Значит, это вот от Айрата, от братухи. Вот это вот красивый вот сетик самурайский. Вот так это вот все выглядит. Вот такая вот красота. Ой, так, дальше. Что это вот тоже? Что-то из From Software, ребятушки, если что. Смотрите, какая тема. Так, Virtual Fighter 4. И вот у меня две такие штуки есть. Короче, я не знаю, что это такое. Это какие-то, наверное... Скорее всего, новеллы, ну, примечательны они тем, что они у меня как бы в силдах. Вон, ребятушки, все в силдах. Знаете, если название, напишите в комментариях. Вон, зафиксирую для себя тоже. Ой, все, вот такая вот стопочка. Я даже не знаю, не считал, сколько у меня этих японских PS2. Я не то, что прям это... По ним прям сильно газую, ну просто если попадаются интересные моменты, недорого, я стараюсь пополняться, ну и соответственно закрывать сеты того, что уже есть. Вот, а сейчас пойдут большие сеты, смотрите, давайте сейчас посмотрим эти вот, Shin Sengoku Musui, это Dynasty Warriors, ребята, вторая часть. Вот, Dynasty Warriors, опять же Shin Sengoku Musui 2, какой-то Микс Джой. Ты сейчас их так много будет, вы охренеете, короче. Смотрите. Еще одна, вторая часть. Два в одном. Вот такая вот канитель. Это походу вот эти вот штуки. Ну, смотрите. Вот такие вот позиции. Вот. Dynasty Warriors 3. Первый Dynasty Warriors, если знаете, не знаете, это вообще файтинг на PS1 выходил. Изначально они хотели конкурировать с Тошинденом, с Текеном, с Толкалибром, с Олэйджем на тот момент. Вот, Сенгоку Мусуи 3 тоже как бы, это просто третий, а это какой-то третий, тоже, наверное, Special или Empire, как они там их называют, я не знаю. Вот, Empire еще, вот еще один третий Empire. То есть это не Empire, это просто третий, нифига себе. Это просто третий с чем-то, это третий Empire. Вот четвертая часть Династии Warriors'а. Четвертая, что-то там. Пятая Special.
Вообще это безумие собирать какое-то на самом деле. Ну, по приколу, ну. Сейчас красота пойдет. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z 2. Сейчас красивые сеты пойдут. Dragon Ball Z тоже надо добить. Z 3. У меня не все, по-любому не все. Значит. Dragon Ball Z Sparking. Dragon Ball Z Sparking Neo. Dragon Ball Z Sparking Meteor. Dragon Ball Z Infinite World. Так. Так, а это, ребятушки, Ательерка. Серия Ательер. И это... Я даже не знаю, кто это, но какая-то Ательер кто-то плюс. Вот. Вообще она тоже, эта серия Ательер, тоже началась с PS1. Первая часть выходила на PS1, в Японии тоже эксклюзивно. Вот, одна из частей на PS2. Вот, еще одно, Ательер, вон видите, Гуди. Вот тоже Ательер Гуди. Вон, вторая Ательерка. Ну и этот Ательер Айрис, Eternal Mana 2, это вот эта игра выходила в Европе. У брата Евгения есть силде, я знаю, у меня, к сожалению, нету пока что. Так, эти пошли, обезьянки Ape Escape, они назывались в оригинале на PS1, это вот вторая часть, походу, я так понимаю. Вот, это для Эйтоя с этими обезьянками, короче, тема. И еще одна вот тема с этими обезьянками. Тоже какой-то спин-офф, я так понимаю. Вот, ну как бы. Вот, дальше. Вот. Это, ребятушки, анимуша. Анимуша тоже от Арата. Первая анимуша. Вот, видите. И вторая анимуша тоже от братухи. Вот такой микросет. Вот, если будет возможность добить третью и четвертую анимуши в Японии, я, конечно же, это сделаю, чтобы красиво, по красоте просто выровнять вот этот вот, вот эту вот половиночку и сделать из нее целой. Было бы круто. В пале у меня не собраны, как бы, но в Японии, ну, раз они уже есть, да, сами понимаете, что бы их не дожать, так сказать. Так, вот, пошла серия Гандамов, короче, ребятки, я не знаю, смотрите, их будет очень много сейчас. Вот такой Гандамчик у меня есть. Это все одна серия, вот, Destiny Generation, Гандам... SD Гандамы это, короче, по идее. Вот у них название тут ничего не видно. Ну, SD, вот, первое. Вот, и они у меня по номерам стоят, по кто раньше вышел. Поэтому я их показываю вам в очередности выхода. Сид. Сид какой-то. Завт. Так, еще один сид. Видите, они все разные, блин. Они просто... Так, надо этих гандамчиков отдельно вот так вот потом сделать красиво. Красиво вот так вот картинку вам сделать. Потому что их вот, видите, еще один гандамчик из этой же серии. Это походу, знаете, какой вот этот голд. Голд это походу этот идет. В комплекте с золотым. Была коллекционка золотая такая с гандамом PS2 в Японии выходила. Я вот подозреваю, что может быть вот именно голд. Потому что он один такой, он может быть оттуда, вон, видите, 5. Так, это еще не все, вот еще, видите, Generation Neo. Generation Neo Seed. Просто люто, да? Вот, просто, ну, понятно, да, что вот это вот, ну, как бы неиграбельная канитель, да? Но, сейчас, ну-ка, сейчас еще есть, о, еще есть, смотри, еще есть. Вот такая вот. Еще есть, ребятушки, смотрите, вообще просто. Просто караул какой-то. Все. Вот такая вот. Вот такая вот канитель, прикиньте. Ну по кайфу же, красиво же, что вы на самом деле. Вот. Ну, вот эти вот, наверное, скорее всего. Это вот SD Gundam, это отдельная серия получается. Вот этими с маленькими типа чибиками. А вот это вот не SD, и это отдельная серия получается, видите, потому что они вот тут вот так, а эти вот тут вот с SD, с пометочкой.
Поэтому серии хоть и разные, но как бы гандамы, блин. Вот, и последние 4 игры, это все 4 игры Гарри Поттера на платформе. Вот этот, Квидвич, как он называется, вот это вот уникальная игра, на самом деле, уникальная вещь, единственная в своем роде. Только вот на PS2 выходила, в пале тоже есть. Квидвич, как он называется, вот на этих летают, играют, игра сама спортивная получается. Вот. Азкабана, не Азкабана, короче, вот это вот все. Вот их, по-моему, 4 штуки на PS2. И вот все японские вот таким вот сетиком у меня есть. Вот, ну, в принципе, вот это вот все мои, которые здесь под рукой в Волгограде, диски PS2 японского региона. В Сургуте есть, я еще раз говорю, там в Ереване что-то есть. В Москве, по-любому, там что-то лежит у пацанов. Ну, то ли еще будет. В общем, вот такой очередной видос. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет веселуха у нас тут еще.